За прошедшую неделю с 4 по 10 апреля в Нефтекамске зарегистрировано 255 нарушений правил дорожного движения. Задержано 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 5 сели за руль, не имея водительского удостоверения. 2 автовладельцев перевозили детей без специальных удерживающих устройств. 25 водителей были наказаны за нечитаемые номера. За 7 дней на территории Нефтекамска зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. 2 из них пострадавшим была оказана скорая медицинская помощь. В ходе профилактических мероприятий сотрудниками местного отдела ГИБДД выявлен один водитель, не имеющий водительского удостоверения. 6 апреля 2022 года, 17 часов 48 минут, водитель 1978 года рождения, житель Янаульского района, управляя автомобилем марки Toyota Sprinter, двигаясь по парковке торгового центра «Урал», совершил наезд на ребенка 2017 года рождения, жителя Краснокамского района, который выбежал на территорию парковки рядом с автомашиной и оказался на передней левой части автомобиля в зоне ограниченной видимости водителя. Малолетний был доставлен с травмами в больницу, где ему была оказана помощь. По данному факту начато разбирательство.